В лес ходить нельзя, а вот пляжи посещать можно и даже нужно. Готовность пляжа Энгельса к купальному сезону проверили сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. Инспекторы обращали особое внимание на ряд важных позиций. Как организована спасательная служба пляжа, оформлены информационные стенды, есть ли спасательные круги, кабинки для переодевания. А также наличие разрешительных документов. Тщательно осмотрели медицинский пост и даже заглянули в чемоданчик врача. Есть ли там лекарства от солнечного удара, порезов и ссадин. Кроме береговой зоны, водолазы МЧС обследовали дно в районе платных и бесплатного пляжа Энгельса. Выявленные в результате проверки недостатки оказались быстро устранимыми. Был недочет, это нет телефонов экстренных служб, плюс купальная детская была неорганизованная. Ну, пообещали в течение полутора часов все это устранить. По второму пляжу не было спасательный стенд укомплектован, детская купальная есть, и телефона экстренных служб как бы нету. Сейчас они пообещали на месте устранить это. По той температуре, которая присутствует, я думаю, что числа 6-4 мы уже с вами будем комфортно отдыхать.